Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5057. Общее количество зараженных в стране составило 907758. Скончались от коронавируса 15384 человека. Выздоровело 716396 заболевших. В Пермском крае за сутки число заболевших пополнилось на 72 человека. Общее количество случаев заболевания составляет 6777. Из них уже выздоровели 4810. Скончались от коронавируса 182 заболевших. По данным сайта администрации губернатора Прикамья, в Кунгури-Кунгурском районе 92 заболевших. Данные по выздоровевшим и скончавшимся отсутствуют.